Ребята, всем привет! Готовлю ужин на кухне. И вот хочу вам показать свою красоту. Домашнее цветение моего Magic Art. Вот остался один цветочек, один бутончик, который вот-вот распустится. Я сначала думала, что он пойдет вот так вот в рядочек, но вот один цветочек ушел как-то в бок. Жалко, но вышел из строя, так сказать. Вот такой мой красавчик. Тут растет. Посмотрите, какой он красавчик. Просто роскошь. Ну просто роскошь. Посмотрите на это великолепие. Просто суперский. Вообще, цветок крупнющий. Ну просто обалденный Magic Art, конечно. Алмазное небо. Я его обожаю. Супер, супер. Посмотрите на эту красоту, а? Так долго я ждала, когда он распустится. Вот он наконец-то распустил свои бутончики, ребята. Просто суперски. Любителям Magic Art'ов ставьте лайк. Посмотрите, по сравнению с моей рукой, какой большой-большой цветок. Класс. Это первое его домашнее цветение. Я не подвязывала цветонос. Вот так он не спадает. Я его принесла на кухню. Лимоша вам привет передает, как всегда. Стоял он у меня на подсветке. Ну, когда уже осталось там пару бутончиков, я уже не вытерпела. Говорю, эта красота должна стоять на глазах у всех. Потому что на стеллаже, ну, не видно так. А вот на кухне каждый день, целый день тут находишься. Часто бываешь, поэтому на кухне он, конечно, смотрится, и все его видят, все любуются им. Вообще супер, ребята. Текстура такая у него, вообще замечательная. Красавец, просто красавец. Опять-таки про него говорят, что он капризный. Да, он капризный. Поливаю вот сюда его в кашпо немного. Вот сейчас он растит все корни, видите? Раскуклил корни, но он, в принципе, их немножко вот поливаю. Вот здесь есть корешок, который вышел погулять. Чуть-чуть добавляю туда. В общем, не развожу слякоть, ребят. Не развожу слякоть. Но так, умеренный полив, нечастый. Но сейчас он цветет, ему, конечно, нужна влага. Но опять-таки не обильный полив. Вообще вот, посмотрите еще раз. Но это что-то. Это супер. Вот буквально на днях вот этот цветочек распустился. И вот жду еще вот этот вот. Покажу вам полный его распуск. Вообще обалденный. Обалденный фаленопсис. Замечательный.